Всем привет! В этом видео я немного расскажу о том, как проходят выпускные университета в США. На примере Гарварда. Я сейчас недалеко нахожусь, возле одного из зданий, школы дополнительного образования, так сказать. И покажу немного, как здесь все устроено. Итак, по порядку. Мероприятие проходит организовано так. Возле здания, вот здесь учебный корпус, несколькоэтажный, здесь разные проходили занятия у студентов, а вот здесь на улице стоит тент, и возле тента стол с бейджиками, где написано факультет и имя, фамилия человека, потом две гостевых наклейки, и вот здесь под тентом они все собрались, кто именно вот, ну как бы по факультетам разделено, кто будет на улице, и им тут разные рассказывали, хлопали, они одеты в специальные формы, видите, вот девушка с капюшоном, сейчас подойду ближе. Здесь под тентом стоят столики, можно сидеть, можно стоять, и там есть еда. Сейчас немного пройдусь, покажу. Все бесплатно, можно брать, видите, одно, другое, третье. И вот, например, вот ребят, видите, с длинными капюшонами. А вот разная еда. Все очень дружелюбно, по-простому, нет какого-то бешеного официоза, но разных возрастов люди собрались с друзьями и отмечают. Еще интересный момент. Видите, мини-кексики с наклеечкой Гарварда. Красота. Еды осталось много. Люди общаются. Интересная ситуация. Немножко не так, как у меня было. Есть фотозона, видите. Harvard Extension School. Здорово, люди счастливые, родители, дети, получили образование, здорово. А вот другое место на территории Гарварда, возле других корпусов. Я, к сожалению, не успел на события, но гляньте, какое огромное количество здесь стульев. Просто тысячи. Уже здесь все свернули, убирают, также тенты. Сегодня на улице около 30, поэтому самый раз быть на улице. Они кучковаться в помещении. Сейчас пойду дальше. Пойду в двор Гарварда. Посмотрю, как там сделано. Пока я иду, здесь вот есть Гарвардская школа инженерии и каких-то прикладных наук. И здесь также, видите, огромное количество сидений было. Уже все разбежались, потому что сейчас уже 12 часов дня. Начиналось это часов с 10. Но все равно здорово. Мне нравится. Все аккуратно, чисто. Ребятки вон, вспомогательный персонал в красном, а студенты должны быть все, а вон, да, вдалеке видно, в черных мантиях с огромными красными малиновыми капюшонами. А вот Гарвардская школа Law School, я не знаю, юридическая школа, можно так сказать, юридический институт по-нашему. Здесь Обама учился, вон там кулеры вдали стоят бесплатные с водичкой, со стаканчиками, так что отличная погода, отличное настроение у многих студентов. А вот я на территории Гарвардского двора. Здесь немножко по-другому, видите, столики стоят. Ну, уже тоже народ разошелся в основном, но еще достаточно много людей. Видите, для выпускников 24-го года. И вот здесь вот вода есть также бесплатная, еда. Не знаю, правда, где. Мне просто интересно посмотреть, как, что здесь организовано. Трава выстрижена, все хорошо, все чистенько, мусора нигде нет. Это вот всякие тут здания. Короче, тут есть общежитие для студентов, а также есть, вот это, кажется, мне общежитие. А также есть именно корпуса учебные. Так, пойду, наверное, вот туда пройдусь, посмотрю. А вон там вдали, гляньте, опять огромное количество кресел. Просто реально огромное. Ну, я туда не пойду. Уже как бы основная часть закончилась, торжественная. Похожу, посмотрю просто, как здесь люди отдыхают. Семьями очень много с разных национальностей видно здесь. Ничего, прилично, все хорошо.
Вот всякие тут футболки, видимо, может продают, может раздают. Коп, Харвард. Видите, а вот сами флаги. А это памятник, оказывается, Джону Харварду. Сейчас покажу поближе. Видите? Оп. Все берут его за правую ступню. А здесь народу поболее. Гляньте, все кишит людьми, студентами. Люди еще сидят, никуда не спешат. Погода теплая, в теньке. Отлично. Отлично. Мне нравится, как здесь организовано. На траве прямо все стулики расставили, все чистенько, убрано. Вода вот подошел, взял, никто от жажды не мучается. Ну, в принципе, все. На этом экскурсия моя заканчивается. Короткое видео сделано. Если нравится, ставьте лайки. Не нравится, ставьте дизлайки. Не одним шопингом жизнь наша полна. Буду снимать что-нибудь еще другое. Всем всего самого лучшего. Пока-пока.